Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф, и я представляю вам великолепный мод на старушку Ми-2 Total War, мод Огнем Мечом 2. Версия мода 1.2, по-моему, да. 1.2 и 1.1, там что-то еще, какой-то патч, 1.1, 1.1.1, в общем. Все, ссылки в описании, там, кликайте на них, разберетесь, там, сами по себе. Установка мода очень простая, туда-сюда. И я начинаю к опозориванию фракции, которую вы выбрали в группе ВКонтакте, где мы голосовали. Жаркой борьбы там особо не получилось. В основном все топили либо за Русь, либо за поляков. То есть там какие-то были голоса за Молдову, там даже один был голос. Вот, несколько голосов было за Англию, несколько за Францию. Но в основном все топили за корону польскую, либо за литовцев. То есть, видимо, в этом моде они наиболее такие богатые на ассортимент войск и вообще на скрипты какие-то интересные. Возможно, не знаю, возможно, да. Крылатые гусары такие же, вот, надо глянуть, как они тут реализованы. Вот, вот этот прекрасный мод Огнем Мечом, проходящий в эпоху Ренессанса, все события. Богатый, да, здесь польская корона в этот момент, Польша очень сильная, ее еще не выебали. Как? Давайте попробуем поиграть за Польшу, и у меня какие-то поляки появятся из подписчиков. Поляки-националисты, вот только, да, которые мечтают о Великой Польской Империи. Грубо говоря. Преимущество. Выводит на поле боя очень сильную кавалерию, да. Недостатки. Весьма посредственная пехота. Но она, по-моему, чуть ли не у всех тут посредственная, да. Корона польская, да. Такой дядька у нас такой усатый. Во главе с цилиндром, да. Похожий на такого шляпника безумного. Фактор сложности средненький. А богатые земли короны польской, храбрые. Какие? А что там есть-то? Богатые земли. Что там есть-то? Там ничего нет. Ни нефти, ни газа, ни хера же нету у них. Храбрый ее рыцарство. Ну, наверное. Хитрые магнаты с мандатами. Совсем, казалось бы, недавно подписана Люблинская уния, и новые богатые земли попали в руки шляхты. Ну, вот эти, да, видимо, да, Украина и так далее. Но проклятые схизматы не хотят склониться в голову перед истинной церковью Христовой. А голодные волки, московский царь и крымский хан готов напасть в любой момент, в любой день. Но у каждого храброго шляхтича на поясе сабля, за спиной пулемет. Пусть придут враги и узнают, на чем стоят поляки в бою. Вот такие вот они, да, поляки. Тут молодцы какие прям. Молодцы! Наверное. Посмотрим. Крылатые гусары у нас, элитные товарищи. Но это неудивительно. Корона польская, да, приступим. Приступим к опозориванию этой фракции. Потому что игрок я еще, блядь, тот. Итак, 1618 год нашей эры. Весна. По требованию турецкого султана, наш крымский хан Джимик Гири организовал свой новый рейд в польские владеницы. 1 мая совершил нападение Казимир Мурза. Это все новости. Новости, да, это передовица местная. Передает новости, да, свежайшие этого года. Но мы читать их, наверное, не будем. Может, что-то интересное увидимся. Осада Москвы и Калачевка. Ну, я ничего же не осаждаю там. Здесь религиозная система, о чем я уже в прошлый раз, в прошлой серии, там, когда только вот обозревал мод немножко. Ну, как обозревал, блядь, за этих, за запорожцев чуть поиграл, то понял, что пипец. Тут есть система рангов для священничков. Сейчас я выплюну писю изо рта. Религиозных деятелей. Священники, епископ и кардинал. Да. Переход следующий. Так, папская. Так, коллегия кардиналов в моде отключена. Папское сердце выступает в качестве обычной фракции. Да, коллегии нету. Но у нас тут может быть. Потому что мы вроде как можем, да, делать. Священник, епископ, кардинал повышать. Так, уния или независимость. Исторические княжества Литовское на данный момент в начале хода входило в состав Речи Посполитой. К сожалению, движочек не позволяет это сделать. МТВ 2 Medieval Total War. Поэтому есть две возможности. Принять зеленые галочки, объединить, значит, Польшу в одно государство с Литвой вместе. Ну, это будет как бы читерсяо небольшое. Поэтому давайте отклоним. Да здравствуют сепаратисты литовцы. То же самое мы сделаем из Португалии и Испании. Пускай немножко они там повоюют, наверное. И шотландцы с Англией, там у них всегда там какая-то жопа происходила, поэтому тоже отклоняем. Вот так вот. Великолепно. Ну что ж, вот наши... здесь у нас литовцы, правильно, да? Вот, вроде бы, да? Нет?
Нет, Молдав... мы с Молдавией, воюем, да что Молдава, вы охуели что ли, почему вы со всеми воюете? Чё, как у нас, кстати, с дипломатией-то? Союзик у нас с Австрией, союзец, ну, с литовцами, они же наши типа вассалы, но здесь просто коллеги. А также Запорожские сечи, мы тоже союзники, да-да, здравствуйте, привет. Это славяне, хотел сказать хохлы, но это прозвучало бы грубо. Привет, незалежницы. Независимые. Короче, казачки. Казачки. Блять, что-то договорюсь об этом прохождении, блядь, что меня и в Польше забанят, блять, и в Украине забанят. А потом приедут какие и убьют. Как этого. Как Бабченко. Убьют, а потом я воскресну. Войдут в студию. Да, это, конечно, такой цирк, блять. Ну ладно. Испанская школа верховой езды у нас тут есть, нифига себе. Итак, блин, хорош уже тут наслаждаться. У нас 15 областей, 11 городов, 4 замка. Круто, мы богаты, в принципе, на области, области. Ну, очень плохо с налогами, в принципе. Торговля, в принципе, так себе, такая же, как и сельское хозяйство. Купечество нулевое, мы практически ничего не торгуем, чем с купцами. И минус у нас, потому что содержание армии большое, у нас армия большая. А с кем мы воюем, так конкретно, я так и не понял. Воюем мы со шведами, между прочим. С русичами. То есть с Российской империей. С турками. С Крымским ханством, да, на них нам, ну, пофиг. С молдаванами, которых надо нагнуть побыстрее, я так понимаю. И княжество Валахия, которое тут здесь где-то под бачком у меня. Но с ними же воюют и мои коллеги, литовцы, я думаю, да? Шведы, русичи... А, нет, смотри-ка. Литовцы не воюют с Валахией и с Молдавией. Это и шанс, это шанс. А литовцы, по-моему, не сверху ли? Не сверху ли здесь у меня литовцы-то мои? Друзья мои литовские, не здесь ли? Вот это вот черное, не они ли это? Вот это вот. Так, нужно 70 областей взять. Краков, Шмаков, Варшава, Каменец, Данцик, Киев, Луцк, Полта. Киев взять, ё-моё. Полтава, Корсунь, Чернигов, Запорожскую сечь. Забрать, ну они же мои, ну понятно. Селись, Ясы, Очаков, Штальзер, Мукштетинг, Брянск, Белгород. Ну как бы так, Белоруссию взять, часть Украины взять. А, взять, значит, Молдавию надо. Румынию. Ну, в Россию не лезть особо, понятно. Понятно. Ну что ж, будем брать, что. Так, бля, аж глаза рассыпаются. С чего начать-то? Вот Варшава, наш главный замок. Ой, замок. Столица. Томаш Замойский. Скажи мне, пожалуйста, дорогой Томаш. Вот такая модная причесочка у него. Что тут можно делать-то? Скажи мне, Томаш Замойский. Что мне нужно? Церковь? Да нет, церковь не надо. Мне надо где-то так, вот. Луцк это у нас город. А Львов? Львив. Львив у нас замок. Вот Львив должен стать моей основной базой найма. Найма войск на вот этом вот восточном направлении. Или даже Каменец, я бы сказал. Но Каменец он такой, молодец, он не особо. Львов, конечно, Львив. Дороги, блядь, дурка стоит. Ну надо, дороги, конечно. Мы же не в России, давайте дороги построим хорошие, правильно? Везде сначала. В Варшаве, везде дороги. Везде, блядь, дороги. Сразу. А германитизация у нас сейчас появится. Мы же хотим в ЕС, дорогие поляки, правильно? А дороги надо ставить. Чтобы инспекторы из Евросоюза могли спокойно по ним проехать. Не знаю, правильно ли я делаю, но что-то вот я... В Луцке тоже, давай, дороги. Ну тут нет, Луцк. Ну же белорусы, какие нахуй дороги. Хотя не знаю, да простят меня белорусский зритель. Простит меня белорусский зритель. Я там не в курсах, как у вас с дорогами. Батьку-то вас там все дрюкает, вас за это дело, нет? У нас-то батьку наш не трюкает, конечно, никого. Слушайте, а что если в Каменце устроить чисто мастерскую пушечную, чисто пукалетки там лепить? Борислав. Береза почти. Так, Братслав. Братслав у нас, блин, денег-то не хватает, на все хочется. Шахты, блядь, конечно, надо, ё-моё. Киев. А, Киев уже наш? Ё-моё, Киев уже наш, отлично. Киев наш. Ну, в Киеве шахты, чё, да?
конечно, там же много всего ресурсов. Порошенко говорит, что в Киеве очень много ресурсов. Газ, уголь, все есть, все есть, все есть. Поэтому шахту надо ставить. Надо верить президенту Украины. Нашим-то мы уже не верим давно. Рынок, общинное поле. Рынок, что ли? Ты какой нахуй рынок, ё-моё? Давай дозорный пост ставь, чтобы каких-нибудь бомжей взять, что ли, можно было. Я не знаю. В Полтаве жестко там, жесткая нелюбовь ко всем. Православных там, что ли, много, да? Ну, а церквушку свою ставить, конечно. Да и тут тоже в курсе нет, конечно. Чернигов, вот тут нормальные люди живут. А это и замок. Зам, казарма новобранцев, давай. Так, беленькое у нас что это? Либо повстанцы наверху. Блин, очень много. Очень много областей. Прям разрывается все вообще. Так, ты кто? Генерал без всего, да? Николай Потоцкий. Николай Потоцкий. Тут еще есть Еремей Вишицкий, полководец. А это... Ну, это слабенький такой. Бородатый Василий Лупул. Сейчас мы отлупим его. Василий Лупула. Лупа-лупа-лупа-па. Прям знатненько сейчас пойдем. Вот... Мы уж с этой стороны, здесь что у нас? Столица Молдавии, война, ясно, сейчас заберем и все, там, это, турки, мы же еще с ними, блять, мы еще с турками же воюем. Ну это будет неплохо, если я ясы возьму, в каком-то смысле. Но, смотрите, у меня здесь неплохое преимущество здесь есть, потому что, ну, стратегическое. У меня здесь крепость прямо перед, господи, забыл слово за это, мост, ё-мо, конечно. Сразу что-то вспомнил. Путин, КамАЗ, мост, да. На мосту же, ё-моё, можно поставить тут немножко людей, тут рядышком все. Вот это вот кто? Тоже Молдавия. Надо брать, пока вот есть, пока есть возможность. Это надо брать. Тут тоже есть проход, мост, все дела. Здесь же Альпийские горы, там все такое. Не знаю, нужны ли мне ясы, потому что это тоже замок. Да и это надо взять. Конечно, да. Взять и задарить моим союзникам здесь, например, этим полякам, говорю. Я ж поляк-то, блядь. Запорожцам задарить. Вот они, кстати, здесь. Сечь. Запорожская сечь. Молодцы. Запорожская сеть. Ну, тогда, наверное. Я вот думаю. Блядь, я еще воюю с русичами. Прям вот, ну, не в тему. Надо подумать, кого куда рассылать. У меня вроде как войск достаточно много. Они у меня будут сейчас жрать вовсю все. Ну, смотрите. Полтава, да? Чернигов. Вот либо в Полтаве, либо в Чернигове будет какой-нибудь махач. Но если... Как у нас будет получаться-то, блядь? Здесь никого не могу сделать. В Полтаве тоже пипец какой-то безумный. Это временно. В Киев. Это город. Это город, конечно, и... Да, так, наймем. Сечь Полтава. Тут надо правильно сейчас распределить войска, потому что воюю это прям как бы... Прям со всеми сверху, снизу, справа... Ну окей, все, давайте. Луцкое направление пойдет сюда. С Львива. Значит, ох ты, ё-моё, Кульверина, блядь, заебись. Вот и выходите, да? Вот выходите. И во Львове все хорошо. Там сидит наш мэн. У него 20 человек. Кстати, Королевич. Королевич, блядь, Владислав, он что, наследник, что ли? Братан. Братан, скажи, пожалуйста, ты наследник, что ли? У тебя. Ух, мать, 20 этих. А чё так мало-то? Чего так мало-то этих воинов-то, блядь, у тебя, крылатый гусар, 20 человек всего. Круто, конечно, но чего так мало-то? Ранние крылатые гусары. У этих прям крылатые гусары. Да не особо-то они, 12-24-то, блядь, по-моему, ранние не хуже, чем обычные. Но Львов это крепость, поэтому тут не обязателен какой-нибудь хмырь. Мы оставим какого-нибудь мушкетера немецкого строя или лучше венгерских гайдуков, что там. Мушкетеры-то получше, да. Давай-ка вот. Гайдуки останутся здесь, а ты отправишься брать город, конечно. Че, конечно. Прям сюда, так прыгнь и все. Ты, бля, тут даже найм может быть. Кстати, найм будет неплохо. Взять валашев, всяких валашков. И слить их. Слить, понимаешь, слить. Вот так. Вот. Вот этой вот тусовкой вполне, наверное. Не знаю. Не исключено, что да, а возможно, что и нет. Но этим можно уже ударить будет на следующем ходу прям сразу в молдавскую харю вот здесь.
Вот ты, да? Такой, я мой король, да. Вот ты идешь на каменец. Есть. С каменца ланцадрица губцаца отправляется вот небольшие силы к тебе. Наверное, кстати, у них хер вообще с ушами. Ну, как бы три звезды. Такой дешевенький коньяк. Так. Да, ну, коньяк не коньяк, вот. Ну, более, блядь, менее, не знаю. Честно, не знаю. Сейчас из-за того, что у меня вовсю пойдут, ну, как бы выбранная пехота какая-то выбранная. 16, 7, 8, 9. Выбранецкая пехота. Тут с пехоты совсем пипец у нас, по-моему, да? Ну, давай берем, ладно. Жду приказаний. Будем сливать. Объединяем войска. А вот в Киеве, вот это все, Корсунь. В Корсуне тоже ты остаешься на всякий случай. Если что, с Киева сможет подойти какой-то гарнизон, чтобы помочь Братславу этому. Здесь, конечно, башни бы построить, да было бы на что. Сколько стоят башенки? Много. Больше, чем я думаю. Понятно. С этим ясненько. Блин, я же... А с первой серии у меня будет первый ход, по ходу дела. Туда-сюда, кто чего. Флот. А нахуй, в смысле, зачем мне флот, который стоит денег? 340 рублей, 200 рублей. Тут же нет этих якоречков-то. Якоречков-то нет. Ну на кой фиг мне флот? Ну ладно, предположим, сейчас я флот этот, вот что? Что я с этим флотом могу сделать? Ну отправить его к шведам, например, да? На разведочку. На разведочку, на распивочку, например, вот так вот сделать, да? И вот и поплыть. Два флота. Один флот сюда, блин. Вот сплаваем да посмотрим, что у нас тут. Вот тут у нас город Литвы, а здесь столица Курляндии, которую, наверное, Литва начнет это самое, нагибату. А вот литовцы, да, беленькие, это литовцы. Черненькие, это курлянцы, да, скорее всего. Да. Вот беленькие, вот мои литовцы, вот они, да. Да, литовцы прямо здесь. Ну, молодцы, хорошо. Хорошо, литовцы, ну, да, мне как на севере пока как заслончика пригодятся. Так, у нас тут Або. А почему бы нам Абу не взять, например, да, неожиданно. Возвращайся. Есть одна идея. Я так понял, я пока не воюю с Западом, да. Я же вроде не воюю. А, вот тут, смотрите, блядь, это же город повстанцев, Штетин, это город повстанцев. И еще есть город повстанцев Штрапезульт. Запизульт. Ну, конечно, с Кракова там тянуть народ. Мой король. Ну, естественно. Милорд. Давайте тащим в Познань сначала, первым делом. Вперед, и возьмем Штрапезунд. Там город это вкусно. Так, город это здорово. Милорд. Опачки. Отличное место для засады. А где? Объединяем куда вы пропали, блядь? Засада устроена, милорд. А куда вы объединили армии? Мой король. Ёпта, я их не вижу. Сука, ты видел? Будет исполнено. Господи, блин, они как пропали с карты. Ни хрена себе, я чуть не кончился сейчас совсем уже. Мой король. Тоже давайте сюда, там нам никто не угрожает. Здесь тоже давайте все. Жду приказаний. А с вами что не так? С вами что не так? Что не так с вами, ребят? А вы никуда не можете отсюда уйти? То есть Данциг вообще никак не взять? Только с моря? С океана? С острова Буяна, что ли? Ё-моё, вот это да. Серьезно, никуда не уйти, только можно сплыть, сплавать. Ну, так это сам Бог велел набрать тут кучу панков, и вы отправитесь в Драбантоки с копьями, вот вы и пойдете на шведов полетите, что делать. Ага, так, с Кракова, с Варшавы. С Варшавы тоже давайте все, вот на Штетин, все на Штетин. Все на Штетин, вы должны успеть. То есть... Мой король. Со следующего хода вот этот вот Адам Кисель. Бля, какой говнюк, а. Блять, 18 лет уже такая борода. Хорош пить тестостерон, ё-моё. Жду приказаний. Да. Или если его можно пить, конечно. Не знаю, я немножко болею, поэтому... Не обращайте внимания на мой кашель, там сопли, слюни вроде. Продолжайте слушать мой чарующий сексуальный голос. Вот этих трех морячков... Прямо они там на перипетии находятся. Отправить либо на запад... Продолжает завоевание Штайтина, понимаешь? Либо на восток отправлю, ё-моё, конечно, да? На восток, пусть вперёд, справится, мой. Там справится. Везде я по возможности, я, естественно, начну... Ой, а тут ты чё, блядь, чё так, я ничего... Надо пройтись по всем городам сначала, прежде чем я закончу битву. Фу, битву, говорю, ход. Так, здесь всё. Так, дороги. Кстати, был я в Польше...
И да, частенько я с гастролями, с театром очень-очень часто был в Польше. Чуть ли не каждый год я в Польше ездил на гастроли. И могу сказать, что там, ну, там нормально в этом плане. В плане красоты и всего. Но я, правда, был только, блин, в Варшаве и в Кракове. Все, больше нигде не был. Возможно, там в областях такой же пиздец, как в России. Что не исключено совсем. В Люблине тоже, да, давай. Дороги хорошие, европейский совершенно город. Бухают очень много. Да, они везде, по-моему, бухают в Европе, дохерают. Просто стереотип, что русские и финны много бухают. Все бухают. Все бухают пипец вообще безбожно. Ну так, да, красивый. Город красивый, Варшава красивый, Краков красивый. Там никуда не плюнешь. Да все, я уже по всем прошелся, ё-моё, конечно. Так, Краков. Городская охрана, блядь. Ну давай. Так, везде сейчас убийца, блядь, убийца, конечно. Надо бы еще убийцу делать. Не буду я сейчас никого нанимать. Не буду, я подумал, что не буду. Мне, вы знаете, кого надо нанять? Вот точно, однозначно, категорично нанимать агентов. Агенты, блядь, нужны очень. Посол, лазутчик. Ну, купец ясно, не здесь, наверное. Купец-то ближе к... Здесь тоже нужен посол, лазутчик обязательно. Здесь нужен лазутчик, да, но здесь его нету. Значит, здесь нужен лазутчик, обязательно здесь. Обязательно вот тут лазутчик нужен. А здесь я даже сказал еще и посол заодно. Да. Исторических, ой, господи, исторических говорю. Разных деятелей. Здесь у нас что, давайте. Посол, купец, лазутчик, да. Разных деятелей в плане агентов я буду... Ну, жрецов, в смысле священника, буду нанимать потом. Что-то я заговариваю сегодня, потому что из-за болезни башка кругом ходит. Купец, лазутчик и посол, да. Берем, 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 берем максимум. Здесь еще. Ну, нахуй священник мне не нужен. Просполито рушание. Ха-ха. Тут тоже никого смысла нет никого брать. А вот тут возьмем вот этих пацанов. Да, здесь тоже вот так вот. Похуй. Тут-то надо что-то. Тут-то, ух ты, кульверина, все дела. Не-не, такой же состав. Посол, посол, все дела. Итак, мистер Купец стоит на меде. На меде зарабатывает 40 рублей, прям вот вообще не вариант. Поэтому дуй-ка ты, братан, вот там было серебро, да, где-то здесь. Серебро серебряное, но тоже не то, что нам. Где здесь золотенце? Золотишко. Золотишко. Слышь, золотишко где? А я и не узнаю. Да? Может, его и нету. Это будет просто жопа. Я помню, что в Альпах здесь золотишко было. Это было великолепно. Просто такие бабусы приносило оно. Где-то здесь. Ну, не знаю. Ну, блин, ну... На краски иди, что уже ли, ну, я всяко не мед рядом со столицей, ну это бред вообще. Ну 40 рублей, это прям вот кому это? Посол короны сейчас пойдет, значит, вот к этим ребятам. Со шведами заключим мир, возможно, так. Лазутчик. Сейчас на севере, да, тоже пока иди на север, конечно. И убийца, понятное дело, тоже отправляется на север, чтобы мушка... Блять. А, вот, вот, кстати, они, ё-моё, тут Курфюс, Кёнигсберг такой красивый, конечно, берем. Митяи — это столица Курляндии, а это Бранденбург. Ну, естественно, я все это буду брать, понятное дело. Вот, а устранять мы будем кого-нибудь. Суровые такие. Удивительно, как карлики, да, вот с одним городом, да, пускай с таким крутым, могут... Такую же крепостью Кёнигсберг. Как они могут содержать вообще те стеки, которые им дают? Дают им. Не знаю. Ну, вроде ход, наверное. Вроде я ничего не забыл. Ничего вроде не забыл. У меня больше же никого нету. Послов там, агенты. Все же, да. Да, всех уже, по-моему, разослал куда мог. Воюем, воюем. Приготовились к атаке на... Вот именно вот этой тусой. Наемничков бы взять, конечно, да. Нету. Этой тусы на молдаван, возможно, жить удастся вам, ударить сюда и выманить их силы. Вот отсюда, с Ясы, со второго их города. Выманить силы. И тогда уже можно будет бабахнуть и оставить вот этот стек. Стек молдаван оставить мятежный. Такая фишка вообще работает.
Не знаю, как в этом моде работает Ли. Так, ждем нападения со стороны русских, с этой стороны. И не факт, что они ко мне полезут. И, разумеется, да, да, атакуем с турками, все, воюем. Надо выйти к Черному морю. В Черном море надо выйти, обязательно. Это торговля, это все, короче. Это Черноморский флот, это все. Это круто. Служу королю. Ну и да, и естественно, да, Штетин. Штетину сюда идти. Немножко поближе к австриякам стать. Чуть-чуть. Не знаю, как меня они там. Ха-ха. Воспримут это соседство. Милорд. Шведы, не забываем, что высадиться сюда, высадиться к шведам. То есть все, считай, что я уже здесь их... Ну, не здесь, надо сюда идти, да, по-моему. Здесь шведы. Сейчас будет ход, да. Ход, почему бы нет. Блять, сейф. Конечно. Засейвились и ход. Утеньки-путеньки. Внезапный удар? Хорошо. Вот внезапный удар по моей казне. Ничего хорошего. Сразу минус 6-7-600. Это, блядь, что? Как это произошло? Я не очень понимать. Я не понимаю, как это произошло. Как это произошло? Такой минус дичайший просто. Да, милорд. Сейчас зима, тут нет такой... О, смотри-ка, встал, типа, я встал там, типа, я на берегу. Ваши земли и женщины достанутся мне. Сука, какой самоуверенный мужчина, да? Это кто? Ой, посол Сечи. Так а чё ты, чумак? О, пришел чумак провести пару сеансов. Так, посол, ты чё к нам не... А, с вами и так все нормально, конечно. Конечно, сводка новостей. Новый член у нас Фредерик Любомирский. Не отмеченный кто-то, да? Станислав Жалкевский. В Киеве сидит, он и не отмеченный. Ты в Киеве сиди, там, понимаешь? И сиди себе. Очередь приостановлена. Минус деньги. Минус. А, какие бабки безумные минус уходят. Да, милорд. Ну что, надо гнать. Я надо гнать. Да, да. С нами Бог. Мы, естественно, их отогнали, да, отогнали. Господь, вот здесь. Вот здесь у нас есть кулеврина. Да. По-хорошему. Да, почту за честь. Тут немного в хатина, да? Надо брать, есть, конечно. Вперед! Вот за так. Честью и славой! Какие-то есть, ватники, король, блять. Какие-то винаторы. Винаторы что, досками кидаются, что ли? Досками кидают. Хайдуки, да. Хайдуки. Резеши, Куртени. И наследник Александр. Мы сейчас наследника нагибать будем. А что у него там? 19-летнего, что у него там? В охране. В охране у него практически крылатые гусары, как у нас. Ну, хуже. А вот мы и не успели подойти. Вперед, ну ничего. Встаем лагерем. Встаем, все нормально. Да, мой король. Ну, я думаю, что, наверное, просто замок вот так вот надо сделать. Один ходик. Стоим, кулеврины расстреляем, если что. Стены. Надо вот разметать вот этих вот малышей. И жалко. Жалко у пчелки. Ясы сразу брать, да там же народ до хера, я думаю, да? Давай попробуем. Вперед! За честью и славой! Тут интересно, а сколько тут автобой тут? Что тут? Сейчас мы сейчас сделаем по-другому. Интересно, автобой, автобой, автобой. Поиграй-ка со мной. Ну-ка. 12 человек. И всех казнить. Ну, они сбегали, я. То полковник. В армии Речь Посполитой в 17 веке командир полка, который также является ротмистром, главной хартуги, входящий в полк. Начиная со второй половины 17 века в полках иностранного строя коллега и полковник был Оберштер. Короче, в регионе речи полковниками словно коллектив называли всех военных командиров и старших офицеров, независимо от фактического ранга и функции, но включенных в совет, военный совет Гетмана. Плюс один к верности. Ну, ты полковник, все, ты отмеченный, да. Ты молодец. Посражался, и практически мы там ничего не потеряли, да, вообще. Ну, так, немножко каких-то клоунов. Повышение характеристик, он стал отмеченный, и он целеустремленный стал, да. Ну, это из-за того, что он парень. Так, слушайте, а практически народу-то немножко и нету. Давай-ка быстро. Очки, мочачки. Такая же херня. Все. Если у него там какой-нибудь спасительный стек рядышком, я не знаю. Мы проверим. Тут сидим, тут как бы нет. Ага, так, надо идти на запад. Мы помним про Штетин. Все мы помним про... Так, ты будешь, Адам Кисель, 18 лет. Ставим этих в Познане, да? Ну, двигай сюда, что ли. А это случайно не... Блять, это не мятежная уже провинция, правильно?
Кюрфюрская Бранденбургская Пруссия. Хозяина. Ну это не уже нет. Это уже нет. Блин, это уже все. Блять, ну какие же это повстанцы? Давайте проверим, конечно, но я вот уверен, что нет. Почту за честь. Почтем за честь. Нет, это повстанцы, бегом. Да, мы проходим по вашим землям, как бы, ну, кюрфюрцы, извините, просто вот, окончен, как бы, ну... Ну, а? Надо было, блядь, я не хотел. Вышло. Постойте, кюрфюрцы, брендербюшцы, это... Восточная Пруссия, это что, тоже, что ли, Восточная Пруссия? Кюрфюрцы, брендербюшцы, Пруссия, а это... Кюрбюшцы, брендербюшцы, Пруссия. Блядь, это как бы наши соседи, эти... Ясненько. Ясненько, понятненько. Где-то у вас тут городочек, а тут мы забираем Штеттин. Неожиданно. Прям под носом у вас. И вам это может не понравиться. Так, давайте-ка мы, значит, с вами союзик, да? Потом еще прорвем. Или нет, или нахуй. Или просто... У вас есть предложение... Торговый договор, например, да? Конечно же, мы согласны. Что-то еще. Сведения по карте. Я очень хочу знать, по чьим землям я хожу. Не имею ничего проще. И... Достойное предложение. Не хотят, невыгодно. Ну, только не надо, что я не против. Окей. Давайте просто этот... Как его... Просто право прохода, без союза. А нельзя. Суки. Ну, ладно. Эта встреча была очень важной для нас. Беля очень важный для вас. Это очень хорошо, классный, потому что... Ну да, все правильно, вот у них небольшое. Столица Бандербюси Прюсии, они думают, что я к ним иду. Нет, я иду сюда, в Штеттин, а я потом пойду. Ясненько, ясненько, покрасненько. Хорошо, здесь какой-то посол, давай иди сюда. Добазаримся еще с ними. Убийцы короны. Ступай-ка ты, наверное, на юг. Я хотя на юге там и так есть. Ну, здесь побудь, здесь побудь. Тут надо будет устроить немножко... Лазучим тоже оставайся. Хорошо, мне не нравится эта вся тусовка. Категорически. Да. Манда, возвращайтесь. Его? Возвращайтесь. Мы объединяемся. А, нет, вот я вспомнил, я вспомнил. Что прикажешь? Сплавайте вот сюда к берегам. Посмотрите, что происходит у поляков вообще на границе. Очень поднять интересно его, посмотреть там, где, куда высаживаться нам. Купец. Золото всегда в цене. Фига себе, прокачанный братан. Да, мой король. Да дуй уже давай на краски, блять. Ты его, кстати, сожжешь, нет? Присмотрел там плавал. Выгодную сделку? Тогда иди просто вот на серебро, например. Уже или вот на краски, потом на серебро, да, будешь повышать навык себе. Чувачок. Священник, да, стой, в столице. Ну тут, пацаны, а надо ли их не лепить? Ну да, шведский десант. Прям решил сразу форсировать события и нападать справа и слева. Везде. Главное повстанцы сейчас забрать, потом, возможно, еще и вот это забрать будет. Ух, штральзюльзунта, еще и вот это. Все ради бабок. Бабок, сука, бабок. Ну, это еще строится где-то. Тут сидим, ибо мне не очень нравится. Что у нас тут блядь, никак чуть качается. Ни священники, ни лазутчики, ни послы, ни хера, блядь. Давай тоже вот это вот. Да посол-то нахуй этот. Да посол-то нахуй. Посла-то нафиг нам не надо. Ну ладно. Другого нет. Ой. Погнали. Третий ход. Вот это поворот. Но мы у Николая Потоцкий со столицы сразу. Гарнизонных стрелков. Такая куча. Они про... говно, но их много очень. Их очень много. А у меня даже стека. Ну, может дать бой, в принципе. А что тут, а смысл давать бой, если гарнизон у них? Он у них все равно будет. Потом. На автомате сразу. Поэтому, наверное, избежим сейчас боя все-таки. Да, избежим. Все ко мне. Господь помогает храбрым. Да. Блин. Да, гарнизонный стек-то такой у них прям жесткий. Ха, все вылезли из нор. Подождем, атакуем с двух сторон. Так. Дипломатия держала все хорошо. Мы отступили. Еще не поменялось. Слава богу. Отступили, да, хорошо. Хорошечно. Нанять я никого не могу, потому что не могу. У них здесь... Они нанимают уже людей себе прям по полной идут. А мы сейчас отступим пока вот сюда.
Очень вот так вот. Отступим. Да, милорд. Будем стоять тут на мосту. Ждать, пока здесь расправится вот этот чувак наш. О, блядь, полный, почти целый стек. Сейчас расправимся мы с молдаванами. В Варшаве посол готов. Ура! Блядь, денег минус. К Варшаве посол, и что? И все, и купец, и посол, и лазучик, и в Кракове куча народов. Так, ну что ж, агенты. Лазучик варшавский надо... Так, где у нас еще были? В Кракове еще же, да, делались? Иди сюда, лазучик. И посол сюда же, и купец сюда иди, блядь. И посол сюда иди, конечно, да. А также в Кракове, по-моему, я так понял, да? В Кракове и в Калише. Лазучик, да. Хорошо. Посол. Ну и купец тоже выдвигайся потихонечку. Надо будет на эту же херню. В Калише. В Калише кто? Лазучик. Ну, тоже, да, давай сюда. Блин, подвинул его торговец, нашего торговца. Блять, не хочу сейчас рисковать. Двигай ты на какой-нибудь там, не знаю, вот на этот ресурс. 92 рубля, всяко больше, чем. Все, потихонечку, полигонечку. Соберешь необходимые навыки, будешь нормально поднимать денег. Все. В Калише, в Кракове и в Варшаве. Больше нигде не удалось собрать ничего. Это лазутчик, это купец, это посол. То союз с австрийским мы с вами уже вообще вовсю все. А в эту сторону сжать. Вот этот посол, да. Двигай сюда, немцам. С унией надо договариваться. Нет цели для убийства? Я же вот, 95 рублей, о, 95% убить Мельхема Фельза Крама какого-то. Блин, чего тут третесь у меня? Так, Луцкий, завершен дозорный пост, на этом закончили. Да давно еще ничего, я ничего не смогу сделать тут, по-моему. Надо, конечно, качать тут науку. Тьфу, науку, экономику, науку, я говорю, господи. Какую науку? Так задумаешься, чушь начнешь нести. Минус новая невеста, да, пускай они там женятся, мирят-то. Трахают, сражают, все понятно. Жду вашего приказа. Да жди уж, конечно, сейчас интересно, что там у тебя с гарнизонным стеком будет, братан? В атаку! Ничего у тебя нету, то есть только в столице, да, гарнизонный стек? Ну давай глянем пока, раз уж на то пошло. Сила, позорище. Вот да ладненько, неужели прям моя вот любимая... Любимый мой вот... Блять, это прям моя любимая-прелюбимая территория, да? Ну, конечно, еще. Вспомним старые добрые стримы по Игре Престолов, да? Угу. Возрадуемся. Дерьмище, дрище, а. Так, ну ясно, что в этом случае мне надо вот здесь ставить пушку. А, нет, не здесь. То есть вообще горы. Пушку-то мы, может, и поставим. Она будет хорошо работать. С этой стороны, если выходить напрямую, потом подкатить тихонечко. Они сейчас все в центр сбегутся. Их не так много. Отсюда она плохо работает. Лучше ей работать вот там вот, да. Поэтому пушку сюда поставим. Пушку поставим сюда, и она будет не стрелять. Она будет не стрелять пока, да. А, нужно занимать верх. Поэтому все пацаны вот здесь будут у меня стоять. Верх, говорю. Верх-вниз, верх-вниз. Двое будут с этой стороны. Все. Вот так потихонечку. Конечно, тоже должны полезть. Тоже бросайте. Вы тоже идете с тараном, набросаете его. Ну, тоже сюда. Тихонечко. Бросайте таран, да. Так, это наши полурейтары. Ой, полугусары, да? Это же полугусары, да. Ну, по центру, да, здесь будете. Вот тут вот. Стрелки. Тут-ту.
с этими еще ребятами. Батька 32, у него, ну, типа, помаднее, у него не 20, у него, вот, крылатый гусара, вот они какие, а, красавчики. Прям, ух, красотень какая, да? Да, блядь. Жалкие псы, это он уже ругается. Не будем его отвлекать. Ну чё, надо двигать, что, кто мне тут остался вообще нетронутый? Ничем. Вот еще вот эти тусовки. Ну, вот эту. Это кто? Пихтура. Пихтура на этот фланг лучше перекинуть. Да, будет не хватать 100 пудов. Ну как? Ну сюда, да. Сюда еще можно двух там. Это можно сюда. Этого стрелков сюда еще можно поделить. Я хуй знает, как брать эту крепость, учитывая, что... У меня кавалерии немерено, блядь. Ну да, 1-2. Все, побросали, начали, что? Начали, конечно. Итак. И там есть народ. Угу. Стоит, понимаешь. Убегать-то будет, нет? Не, сука, не убегает, блядь. Разбегаются. Готовы к бою. Давай. Блять, как я люблю вот этого, да? И, по-моему, непонятно, пошел он, не пошел, да? А, так. Вот давайте лучше вы, а уж лучше. Лучше лечьте вот сюда, вот, да, конечно. Бегом, ребята, все, бегом, пожалуйста. Взяли. Поехали. Пушки стоят. Так, ребята лезут. Да, все-таки пошли. Пошли, да. Ну идите, да, идите, короче. Главное, чтобы таран пробили, я даже кавалерию туда запущу, вот этих вот своих чуваков, все. Тут главное занять. Я так понял, что здесь не особо-то и можно париться по поводу того, чтобы экономить на войсках. Вообще, блядь, не обязательно. По причине того, что... Вообще не обязательно экономить на людях. Они здесь очень быстро набираются. Я имею в виду, что нет такого геморроя с набором. Сюда тихонечко, вам надо будет выйти. Бачок. Так, наши дошли, почти перестрелили. Ну, это крестьяне самые такие, стандартные, первые, там, да? Хоть бы как-нибудь что-нибудь, я не знаю. А? Вторые. Слушай, здесь кавалеристы стоят. Ну, пускай стоят, чё, господи, что ли? Наши лестницы у стен. Хорошо, хорошо, правда. Не, правда хорошо, чё? Очень хорошо. Наш таран, всем таран, да, давай. Ползи. Ты доехал? Вот. Ну, ты сейчас забираются, они, скорее всего, получат потом пиздюляш. Стены не преграда для войны. Готовьтесь к атаке. Я думаю, что я полугусар пошлю, наверное, да, своих? Полугусар, говорю, да, ранних. Ранних полугусар. Давайте немножко подходите и стреляйте. Окружите и стреляйте. Вы тоже, кстати. Да? Окружите и стреляйте. Блять, а кто по кому чего? А, ну да. Что случилось? А, всё. Мой отряд просто полностью выжрали, блять. Он бежит нахер. Не получилось ничего. Не срослось. Вниз получилось, не срослось. Сразу прям так много и вниз. Да, с моралью беда, ребята. У вас. Ну, обстрел, что ли? А чё так? Вы же метаете или вы палки метаете? Да вы же стреляете, ёпта, из луков. Наши лестницы уже... Серьезно? Серьезно, ребят, вы чё, блядь? Падёт. Пипец. Всегда считал, что стрелять из луков это как бы, ну... Блять, круто, мощно. Давайте наверх забирать пикинеры, вот это все, все хорошо. Поднимайтесь наверх. Под обстрелом лезем, забираемся. Вот таран валим. Ребята убегают. Ну, не судьба, чё, в смысле судьба. Так, на перехватку, может получится их поднять. Пацаны стреляют, да. Ну так, жиденько пока. Жиденько валят.
Мне главное сейчас пробить, вывести кулибрину мою, блядь, на прямую наводку, и все. Или фиг знает. Я не знаю пока. В этом моде я пока... Что происходит, твою мать? Что вы делаете? Что вы делаете, вашу мать? Вон же он стоит. Я обстреливаю не хочу. Вы чё, блядь? Вы чё, ёпта? Вы чё? Господа, вы чё? Давай, ты сразу лезь сюда. Сразу, конечно. Сразу давай. Сразу. Чё вы делаете? Зачем так плотно вплотную-то подходить? Зачем? Нафига? Нахрена? Ни к чему. Так, чё стоим-то, блядь? Пробили? Не всё ещё пробивают. Вернулись, да, в строй, все. Команды увидели. Поднимайте наверх. Будете оттуда стрелять. Есть еще кто из пехтуры? Пехтуры больше нет. Так, не стреляйте, ребят. Хорош. Нет смысла. Нет смысла, нет смысла пока. Потому что, ну, нет смысла. Серьезно, я говорю, блядь, нет смысла. Как, видимо, и вам нет смысла этим сейчас заниматься, потому что противник отступил к городу, блядь, по всей видимости. Вот так вот, да, давайте. Так, вставайте. Кто? А чего далеко-то? Ё-моё, конечно, блядь, бежать на стены. Я забыл, надо было отдельный отряд все-таки там поставить. Так, это кто? Пикинеры? Нет, пикинеры нужны. Пикинеры. Сейчас, которые встанут здесь в проход, будут держать в проход. И здесь на проход держать. И все. Все в порядке, все в порядке. Спасибо, зарядки вниз. Вниз. Ребята идут. Блять, я тут, конечно, тут... Отлично! Отлично! Ворота разбиты! Ну, ура, нахуй! Ну, наконец-то! Так, стоим, да? Стоим, стреляем, правильно? Да, стоим, стреляем, конечно! Бросайте, блять, таран, ребят, вы чё? Ну, конечно, нахуй, ну, бежим! Ну, бежим, ну, ё-моё, не тупите, я вас прошу! Да не вы, вот, вы, полугусары, бля, быстрее, догонку над юнами, стрелками, где вы? Хвала Господу! Мы захватили, блядь, вражеские ужасно, стены! Вы-то чё вы дергаетесь-то? Вы далеко уже. Остановитесь. Хвала Господу. И вот здесь, юнцы. Вот так встаем. Быстрее, быстрее. Кто-нибудь бежит там к нам? Нет? Нет, никто там не бежит. Вот так. Ритары вторые, да? Скачите? Давайте. По полу-полу эти. Полукрендели. Сейчас надо перестраиваться, пока противника нет. Бегом, 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 бегом. Заходим. Стены наши. Стены наши. Противник ведет себя очень тупо, блядь. Честно скажу. Категорически тупо ведет себя. Не знаю, куда, кстати, ребята стреляют. Наш таран уже у ворот. Они, по-моему, нихуя. Они, по-моему, спиной почему-то встали и... И не стреляют. Очень... Вот, 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 вот. Ну! Пошел, пошел, пошел. Вот так, хорош. Руби их, руби, 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 руби. Рубите их, ребята, рубите. Все, мы прошли здесь. Мы здесь прошли. Как у нас тут дела? У нас тут никак. У нас тут тупняк вообще дикий. Это нормально. Я еще с престолов помню, блядь. Постоянно. Как все складывается в нашу здесь пользу. Забрались? Ну, как бы и если да, и нет. Если ничего не изменится, сюда. Мы победим. Как у нас дела? Как дела? Как все? Жрите, жрите их, жрите их. Сколько их осталось? Никого их не осталось. Всех съели. Нет, все, кто там что-то, кто-то бежит еще, кто-то пытается сопротивляться. Так, вот этих пацанов надо выводить на вот эту вот сторону, вот сюда. Ну, вот можно вот так встать. Вот так. Толку никакого. А вас вот так вот. Так. Только бегом, пожалуйста. Все, сожрали. Кавалерия отходит. А вы к воротам идете сюда. Вторые тоже отходят. Кавалерия, кавалерия, ходить. Все. Можно смело забираться вовнутрь. Все, да, конечно. Но тоже. Всем. Всем вовнутрь, всем вовнутрь заходим. Батя тоже заходите. Долгий такой нудный штурм. Да, эти крепости я терпеть не могу. Ничего поделаешь. Держим. Вот так вот. Все, молодцы. Вот теперь замечательно. Нападай не хочу. Осталось только пушку подвести. Что-то так они выпал. Долго так, что-то туда, потом сюда. Так долго. Здесь у нас прикрыто все. Да прикрыто, конечно. Вон, поскакали, поскакали, я же вижу, блядь. Поскакали, суки, поскакали. Ну куда вы, ну что вы, ребята, ну сып... Ну ёб твою мать, обратно, мигом. Сука, твою мать. Какие вы тупые, медленные, блядь. Медленные, пиздец. Уже скачет враг. Сюда давай.
Даран сделал... У тени конные стрелки, конечно, именно перехват. На перехват. Куда ты, блядь? Ну, куда вы скачете все? Непонятно куда. Давай, 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 давай. Чё так медленно-то все работаете? Вот, молодцы. Рубите, казачки. Казачки, говорю. Полячки. Руби их, руби. Это же стрелки. Давай, 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 давай. Ребята, дошли? Доходи, 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 и вставай. Мы выигрываем битву, оно и понятно, еще блядь. Немного, и враг будет разбит. Ну, это, скорее всего, вот так надо ставить. Ну, хотя нет, даже вот так я бы сказал, что с той стороны тоже не пойдут. Как показывает тупой интеллект. О, еще пришли, да? Можно реестровых казаков, да? Реестровых, да. Те, что в реестр занесены, да? Давайте тоже. Кто там такой медленный у нас? Ну, кто, блядь? Какие-то бедолаги ленивые. Давай, 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 давай. Да рубите вы их, господи. 54? Вы серьезно, блядь? Ну тут надо будет в тыл зайти. Как вариант, да, сюда. Тю-лю. Борются, блядь. Там аж два отряда. Еще и пехота. Пехота бежит. Им сейчас достанется. Так, кавалерия, пора. Тьфу, кавалерия, говорю. Пушечки, пушечки, пушечки. Пушечки, блядь, заезжайте, пожалуйста, сюда. Ой, какой долгий, нудный штурм, а. Чувствую, будет. Вот, блядь, как вы интересно встали здесь, вообще не понимаю, по какой системе. Все заходим, конечно. Все, покрошили? Ну, как бы и да, и нет. Тут еще... Да не, они, конечно, всех раскрошат, естественно. И этих реестровых там, и в Игнатарии все помчались, понятно. Кутение, мутение всех, жрите, жрите. И кого-то мы еще... А, постройка захвачена, я уже думал, мы их там разрубили на куски. Да блин, это штурм такой тупой, на самом деле. Куда стреляют, кто стреляет, что они делают? Да. Догоняйте, ё-моё, конечно. Что вы делаете-то, блин? Догоняйте, конечно. Можно было просто кавалерии налепить на них, на всех, на самом деле, да смести. Тут особо-то кто? Войники, копейщики? Ну, вот это да, наверное, попасть. Мне просто интересно, хочется бабахнуть из волыны. Прям вот из волыны прям хочется бабахнуть, прям, разочек. Поэтому чуть вот так, чуть быстрее. Догоняй их, хавай, ну, конечно. Ну, что так? Ну, что вы, блядь, вот, ну, что это за попрыгушки вправо-влево? Ну, блядь, честное слово. Ёб твою мать, это что они делают, а? Хаба-хаба, и все. Ну, блядь, пипец какой-то. Блядь, это вообще здесь, блядь. Почему, а чего? Нахуя? Там кто-то скачет, блядь, на кого-то налетел, видимо, сбоку, да? Ой, я не понимать вообще. Я не понимать нихуя. Нет, эти отступают. Тоже отступают. Все отступают, блядь. Отступайте, чё. Просто трэш какой-то. Так, к нам идут, да? Ну вот здесь сбоку, да. И так, да, отойди сюда, хорошо. Кто сюда идет? Так, ну, а, нет, интересно, кстати. Лучше интересно, что будет. Стрелки. Чурик. Ну и заходи с другой стороны их. Нет? Заходи с другой стороны, видишь, они-то развлекаются. Бунтуют, слом. Нет, блядь, не дают. Сука, кто-то застрял, кстати. Кто-то здесь застрял. Эть! Ну? Куда, чё, бля, почему бы не налететь на пике и не сдохнуть? Ой, мать моя женщина, а. Давайте, кто на кого. Штык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, есть? Блядь, иди, просто трэш какой-то. Ой, и тут ещё кто-то скачет, да? Еще какие-то куски говна, блин, туда-сюда вытекают. Твою мать, ты посмотри на них, а. Это неисправимо. Неисправимо. Все бегают, что-то крутятся. Здесь кто там поскакал? Какие-то панки, да? В атаку, блядь. Хуяк, неожиданно, да? Никто не ожидал, блядь, что налетят. Нет, убежали таки. Ты посмотри. О! Да ладно, блядь. Вот да ладно. Легкие всадники. А чё мы стоим? А чё не отступаем? Вот мне интересно. Почему никто не отступает? Твою мать. Ты посмотри на них, а.
если а, решили отступить. Мы победим. Здесь, блядь, они... Враг что, блядь, что бойцов. Происходит? Почему такая... Почему вы не отступаете, блядь? Почему вы не отступаете? Почему вы не стреляете? Ну, не стреляете, ладно. Боже, блядь. Так. Так, по ходу дела, жесткая тупнина у них начинается в городе исключительно, блядь. Особенно у кавалерии, я... Ой, ладно. Так хочется вот прям сразу вот вперед, нахуй. Все, блядь, я не буду сейчас мучиться уже с этими всякими стратегиями да тактики, блядь. Всех убить, всех казнить просто. Все, все вот так вот поставлю сейчас на экшен, блядь. Всех кончать, блядь, все, поехали. Ну, раз что тебя вот не надо, блядь, не надо трогать тебя, блядь, все. Не, не надо просто, все. Тебя дойдет время. Ну и на двоечку, конечно. Ты же со всеми такой бардак был. Понятно, что здесь надо всех прикончить, блядь, это... Ебать, что происходит? Как так, блядь? Ну, ребят, вы чё? Вы чё? Чё происходит? Что происходит, блядь? Что происходит? Почему? Сука, ну почему? Ну что это, ёб твою мать? Ну что это такое, блядь? Меня ж прям колбасит всего. Ёбаный интерфейс, нахуй. Ёбаный интерфейс, блядь. Почему они такие тупорезы, блядь? Ай... Ну, да, давай еще. Да, да похуй, короче. Похуй, просто похуй. Все, первая битва, будем знать все. Убивай нахуй всех. Всех убить, всех исцелить. Добрый доктор, и болить. Господи, было бы чё куда, да, по идее? Какие-то там чего-то там, блядь, я вас умоляю. Сюда, в тыл, давай. Конечно. Быстро сюда, быстро, блядь. Гасите вы этих молдаван-то, ну ё-мо, число, вы чё, блядь? Убивайте, там осталось-то, нихера не осталось практически. 47, нахуй, 40, сука, 7. Вперёд, блядь. Всё, убили. Вражеский полководец, бесчестный трус. Убивайте, нахуй, эту вражескую полководца. Он бросил свою армию и бежал. Бесчестного труса, всех сюда, блядь. Все, просто все, уже просто все, вымораживаем. Мы взяли в плен вражеского полка. Да надо убить там нахуй всех вообще. Просто пиздец, блядь. Что я там выделал? Какая но там чего? Замок взят. Какая это тактика? Победа. Какая тактика? 251 человек. Господи, блядь, какой кошмар! Какой кошмар! Да, конечно, тактические бои, блядь, в меди второй вот. Ну, не знаю, идеал, идеал, это вот так пока для меня, потому что здесь я вижу, блядь, бред, нахуй. Ну, еще вот, я не знаю, в принципе, не особо тупили в городах, это вот в моде, ну, в Булатке, понятное дело, да, ты прям эталон. Но, блядь, вот в Игре Престолов они так не тупили, как здесь, хотя нет, там тоже хватало дебил. Ну, здесь пиздец, блядь, ну что это, кавалерия наяривает там вокруг дома вдвоем, там они, ну что? Что это за... Что за пиздец, блядь? Все. Господь даровал нам победу. Ой, грабить что-то. 800 рублей. Да, грабим, ладно. Пипец просто какой-то. Пипец. Глория Виктора с Бопопос, короче. Наши доблестные войска, в общем. Разграбили городок, 250 рублей еще добыли. Очень нам помогает. Мне вот интересно, а что если, да, жестокий, верный, все прекрасно, отмеченный, это классно. Не знаю, сейчас, есть у меня сохранение перед боем, я не помню. Да, поляки, Поланд. Запишусь на Польшу и проверю, есть ли у меня вот... Вот как раз, да, по-моему, я записался перед штурмом. 251 человека я потерял, да, вот мне вот просто на автобое, вот комп. Бля, 108. Бля, кулеврина 9 штук. Как ты воевал, чувак, как? Как ты мог въебать с кавалерии, ой, артиллерии столько? Минус. 9 кулеврин осталось. Да, мне кажется, здесь артиллерия... Не такая убойная, наверное, не знаю. Сила и честь. То же самое. И ничего не. Нет. Хер с ним. Первый вариант. Все, я буду воевать труф стайлом. Все. Пофиг. Есть Диадан стайл, у меня будет труф стайл. Да, мой король. Да, твой король, между прочим.
мы без денег сидим опять. Итак, захватив Хатин, надо опять-таки выходить, оставляя вот этих панков дешевых. Красненькое все, да? Ну, естественно, нет. На удивление, да? Хорошо. Тут крепость, это крепость, это крепость. Надо, надо что? Да ничего. Пока. Гарнизон. И... Да идем, что, идем сюда. Мы вдвоем объединимся и на следующем ходу возьмем Молдавию, Ясы. Заберем с двух сторон. Хотя они вон уже так немножко чик-чик-чик прикупились. Прикупились, пацаны. Стек, я думаю, будет у них. Красненькая на низ. Давай вот так вот на низкие налоги. Ну что ж, вот так вот, да. Вот такие пироги. Жду вашего приказа. Ага, а вот и Штетин. Блять, здрасте, покрасьте. Сука! Его уже атакуют, атакуют шведы, блядь. Шведы их атакуют, ты прикинь. А это, знаете что? А это и хорошо. А это и хорошо, и замечательно. Пускай шведы их атакуют. Они, значит, там потеряют людей. Да, заберут эту крепость и потеряют людей. Я надеюсь. Я надеюсь, да, на следующий ход вы будете атаковать их дальше. Или будете дальше в осаде держать. Если они их атакуют, как это будет здорово. А я тогда атакую шведов, и все, и Штетин будет мой. Ха-ха. Правда, вот тут уже всяко понятно, скорее всего, Штральзунд уже не мой будет. Скорее всего, уже захватит либо австрияки, либо, вот, либо саксонцы, там, либо не знаю кто. Либо прусаки, нидерландцы, кто угодно. Ну, уже явно это не будет польский город. Это точно. Окей. Ну что ж. Да, давайте на этом закончим первую серию безумного прохождения за поляков в моде огнем мечом 2. Вот так. Ставь лайкос, если понравилось это видео. Ставь лайк. Подписывайся на канал, комментируй. Делай репостик, жмакай колокольчик. Ну и, в общем, ты сам знаешь, что делать надо. А с тобой был доктор Труф. Пока-пока. До следующих встреч. Больной доктор Труф. Все. Пока-пока. Пока-пока. Don't make your mother come to your house.